стал потрясением для всего финансового рынка. И с чем связано столь серьезное падение, что происходит с биржевыми ценами на топливо в России? Об этом моя коллега Анна Лазарева побеседовала с Алексеем Рыбниковым, президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Алексей Эрнестович, здравствуйте. Закрытие июньского фьючерса на марку Brent ожидается через неделю. Как вы думаете, увидим мы подобное тому, что было перед экспирацией WTI? Я имею в виду отрицательные значения котировок. Я думаю, что на Brent, конечно, мы такого не увидим. Потому что, несмотря на то, что Brent – это поставочный контракт, но это контракт, в котором есть возможность выйти на исполнение контракта через так называемый cash settlement option, то есть просто через расчеты рассчитаться и, соответственно, на поставку не выходить. Вообще контракт у Brent много десятилетий, и за все эти десятилетия, насколько я знаю, поставки по этому контракту не было никогда в исполнении контракта. Конечно, постоянно происходит обмен на фьючерсных позициях на спотовые и наоборот, вот, но это как бы совсем другая история. В процессе исполнения на Brent такого, конечно же, не будет. Можете упрощенно объяснить, что же такое экспирация и почему столь сильные движения связаны именно с этим механизмом? Хитрое слово «экспирация» — это всего-навсего завершение обращения фьючерсного контракта, то есть производного финансового инструмента, привязанного к цене какого-то товара, ну, в данном случае сырой нефти. Завершение обращения контракта, завершается его исполнение, а исполнение поставочного контракта – это поставка физической партии нефти. Одна сторона поставляет, другая сторона принимает поставку. В условиях, когда емкости по хранению нефти, включая и нефтехранилища, и танкеры, и даже железнодорожные вагоны во многом уже все заняты нефтью или как минимум забронированы покупателями или продавцами, нефть некуда девать, поэтому всеми силами люди пытаются избавиться от обязательств по поставке. И, соответственно, готовы даже приплачивать за то, чтобы не получать эту нефть. Мы это увидели на WTI, потому что это поставочный контракт. И я очень сомневаюсь, что мы это увидим на Brent, потому что на контракте на нефть марки Brent, это основной на сегодняшний день мировой эталон, который обращается на бирже Intercontinental Exchange в Лондоне, там есть возможность закрыть обязательства просто путем расчетов. То есть одна сторона платит другой разницу в ценах между обязательством и ценой закрытия. А какие ваши ожидания по котировкам Urals? Какой сценарий наиболее вероятен? Ну, вы знаете, не дело биржи на самом деле предсказывать движение цены. Для этого есть и аналитики, и трейдеры, и участники рынка. Но вот то, что мы наблюдаем сегодня, так это то, что Urals, который традиционно торгуется с дифференциалом, причем дифференциал может быть как отрицательный, так и положительный к нефти марки Brent. Соответственно, Urals следует за Брентом. Что на Бренте творится, то и, значит, более-менее точно отражается на движении цены нефти Urals. Ну, Brent продолжает движение вниз. Автоматически наши нефтяные компании, которые продают в привязке к Бренту, получают снижение цены на нефть марки Urals. Это, конечно же, еще один повод поставить вопрос о самостоятельном ценообразовании на Urals. Любым способом. Через электронные биржевые аукционы, через собственный контракт на Urals. Вот, любым способом. Но надо, конечно, отвязываться от иностранных эталонов. Как вы думаете, а сейчас подходящее время отвязываться от этих эталонов? Я считаю, что глобальный нефтяной рынок на сегодняшний день получил такой шок, что очень многие концепты, очень многие вещи, которые еще вчера казались обычными и привычными, будут пересмотрены. На сегодняшний день вся дискуссия вокруг мирового нефтяного рынка как-то традиционно ведется в формате спрос-предложения, балансировка спрос-предложения, сокращение добычи и так далее. Но я думаю, что события типа того, что мы видели в понедельник на Чикагской товарной бирже, и вот эта вот такая необычная связь между физическим и финансовым рынком, она в очередной раз поставит вопрос о том, каким образом строится цена на нефть, откуда она берется, как она формируется. И я бы рискнул сделать такой прогноз, что в ближайшие годы мы увидим очень серьезные движения в сторону того, что цена на физическую нефть все больше и больше формируется через механизмы
открытых продаж через механизмы физического рынка, будь то аукционы, будь то биржевые торги нефтью, торги нефтью с физической поставкой, не просто расчетные инструменты. Я думаю, что движение в эту сторону будет продолжаться, и нынешний кризис его только усилит. Что происходит сейчас с объемами торгов и ценами на топливо на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже? Ну, сегодняшняя торговая сессия продолжается. Мы видим, что и покупатели, и продавцы достаточно активно работают по итогам вчерашнего дня, и это более-менее соответствует тому, что происходило в последние полторы-две недели. Когда уже мы начали чувствовать эти ограничения, мы видим, что объем торгов снизился по сравнению с 2019 годом. Дневной оборот торгов примерно на 20%, причем это касается и бензина, и дистоплива. Это достаточно интересная цифра, потому что многие аналитики и представители регуляторов говорили о цифрах снижения спроса до 50% на бензин, дистоплива, еще большее падение оценивали на рынке авиакеросина. Но падение оборота на бирже на существенно меньшее значение показывает, что биржа продолжает оставаться важным и нужным каналом продаж. Потому что через биржу удаленным образом, с электронным исполнением, с полностью цифровой платформой можно дотянуться до всех покупателей, предложить свой товар и таким образом достаточно активно вести конкуренцию. Поэтому спрос на наши услуги не ослабевает, и мы видим, что оборот идет достаточно активно, причем не только в нефтепродуктах. То же самое происходит в природном газе. Существенный объем торгов в суточных инструментах. Идет торговля минеральными удобрениями. Очень сильно оживился наш срочный рынок, потому что, безусловно, производителям интересно продавать на срок, обеспечивая гарантированный сбыт своей продукции, фиксируя цену на будущее. Это интересно, причем и не только производителям, но и покупателям. То есть биржа продолжает работать, ее услуги активно используются, и мы полностью обеспечиваем и поддерживаем рынок. Алексей Эрнестович, спасибо за интервью.